Ампек СВТ 350. Так, вентилятор я отключил пока, чтобы не мешал. Аппарат уже переделан на 220. Вот тут на соплях висит релюшка. Видно, что она прогорела. И, как говорит владелец, не первое реле уже прогорает. Сначала я решил, что сюда ошибочно ставится неправильное реле. Но 16 ампер по контактам, в принципе, и производитель неплохой. Проводочки, конечно, такие тоненькие, сиротские, но на таком расстоянии не так важно. И вот оно вот прогорает. Конечно, сначала подозрение было на реле. Но так как он уже его менял неоднократно, оно прогорало, решено было посмотреть, что же происходит на выходе этого усилителя. Усилитель собран на полевых транзисторах. Там дальше будут схемочки. Вот выходной каскад у него. Вот подаем сигнал гитарный 40 милливольт. Значит, 1200 герц. Пусть будет 1000 герц. Так. Вот здесь вот запаяно реле, конечно, так вот по-пионерски. И вот оно, вот выход усилителя. Реле щелкает, срабатывает, но контакты уже почему-то не гнутся. Включим усилитель. Вот оно, релюшка щелкнула. Вот такой вот синус интересный. Я его сейчас растянул специально, чтобы было видно, что он как скрученный из веревочек такой. Синус нечистый. Он чем-то промодулирован конкретно. Вот. И, наверное, надо посмотреть, что это как-то с этим все-таки связано. Такое прогорание, такое возникание такой дуги на контактах, что аж проплавляет корпус. Ну, будем разбираться. Значит, для этого придется, видимо, снять всю плату, посмотреть, что происходит там. Конечно, убрать эти сопли, поставить нормальное реле. Я думаю, что ответ будет. Решение проблемы этого ампега, такая заморочка, конечно, достаточно хитрая, будет в следующем видео. Если на это видео будет много лайков, если кому интересно. Вот. А так решение нашлось, оно есть, и задача практически закрыта. И отснято. Если интересно, выложу.